Так, теперь нужен огонь. Тём, а чё так кумарит, Тём? Ну вот, как-то так. Бля. Лошадка! На голову ей. Что делаешь? Руки. Зачем? Манекена создаем. Мы делаем водяного робота. По-моему, он пивной. Он пивно-водяной. Это, да, фруктопокалипсис. А. Фруктово-пиво-мясо-покалипсис. Ты втираешь мне какую-то дичь, я прям вот чувствую. Нет! Я вижу пиво, я вижу тормозу. У нас пострадавший. А нет, не тормоз. Давно тормозуху синего цвета. Это не тормозуха, это, господи, как его звать? Антифриз. Тосол. Антифриз, тосол, да. Да, у нас с нами. То есть сегодня. Автоблогер сегодня. То есть сегодня пьем. Сегодня пьем тосол с пивом, да? Как этот коктейль называется? Ебля в сарае. А скажи, у вас на канале DSCO так же весело, как у нас? Нет. Именно поэтому ты приехал сюда вот и такой радостный. Тяжелый, да? Получается. Графика крутится. А что? Графика, что ли, крутится? Смотри, Мишка, вот смотри, а у нас есть. Ты не понял? Мишка, подожди, смотри, у нас есть тосол, у нас есть пиво. Как ты назовешь этот коктейль? Сеточки или без сеточки выбирайте? Сеточки. Ну только на нем нужно. Ну, хотя можно. Коктейль, медведь, какой? Так, тосол и пиво. Тосол и пиво, да. Тосол, пиво и дюшес. Дюшес, пиво, тосол. Дюпесол, не знаю. Нет, это хуйня, собранная из слов. Выдай базу. А, татуху, блядь. Я не знаю, надо по-стилистике что-то назвать, наверное. Ну да. Я не особо знаком с ней, я вот только сейчас открываю для себя. Ваня, черный фломастер. И такого пива, это охлаждающая жидкость. Так. Значит, это охладитель. Да, все. Ты руку свою, блядь. Вот, медведь! Помочь пытаюсь. Сука, держать очень тяжело. Парни, помогите, что ли? А тебе на волосы хватит. У меня там нету. Ай, кусай его за сосок, правильно, ага. Да зачем? Так, маркер. Приду как-то зацепить. Антон. Так, я думаю, что цеплять нужно его за письку. Что? У него там усы щеткой? Да. Не-не-не, у него, по-моему, такие. Нет, щеткой. У них усы какие-то. Раза. Константинович. Берем. Это вот единственная палочка, которую я нашла. Она пригодится? Ну, нормально. Да, отлично. Так. Веревка. Медведь, обнажи ее. Сними с нее все. Можно бы выбучить ножа, нам вообще пусть. Чем вам арбалетный болт не угодил? А? Чем вам арбалетный болт не угодил? Кто не знает? Арбалетный болт. Похоже на Рафика. Не Рафика, как его. Вовчик. Ну вот если с бликом от неба, очень даже хорошо. Нужно это. Веревочку. Нужно веревочку сейчас. А, вот принесли, вот, как. Толщи нету. И вообще это в несколько раз. Я боюсь, что вот тот пыптик, за который ты хочешь его подвесить, нет, не выдержит. О, Ром, прекрати. Добрый пропаганда. Сбери мне с We do Inocchio, devil, but still very good. 10 points for Gryffindor. Oh, Harry. Запустить хуям собачьим рассечь воздух палочки. Вот так. Oh, Harry, don't stop. Сейчас он наебнется, будет весело, нам наебнись, Кадемит. Сука, не весело. Блин, вы так мило смотритесь. Дём, вы такие милые. Как назовешь? Григорий. Без удавки выебан. Давайте его повесим, отлично. Он не выдержит так. За яйцо его подвесим. Антон. Да, ну цепляй, типа, вот это как основа. Да он перевернется. Нет. Типа как основа, а дальше его просто... Отвратительно. Товарищ. Жестокое обращение с домашними роботами. Поведение недостойное гражданина Советского Союза. А машоки достойные? Смотрите, им нравится. Блять, ну не так же, сука. Здесь фиксируйте. Не, ну смотри, в принципе, вот ты Шибари видел, Шибари же норм. В принципе, на то и похоже. Шибари 5-литровый. А теперь вокруг.
На самом деле, Миш, не всегда хотел посмотреть, как уже два здоровых мужика обвязывают... Ребенка? Заметь, это ты сказал! Сейчас, давай бутылка с водой и грейпфрут. Ассоциации с детьми. Говорите, там вы с ними называли ассоциации с детьми. Дём, почему? Не-не, стой. Подожди, вот, ты, вот, ёпта, вот блядь. Вот так вот приведи. Дём, вот это так. На статью. Сколько детей, блядь? Вот. А, Андрей шарит лап. Я вижу, ты свою сумку так фиксировал. Вырежешь, блядь. Понял, нахуй. Ты ржёшь, ёпта, блядь. Потому что... Ну, нормально, шибари. Пентух получается. По-моему, вы шарите, ребят. На спинку. Не церемонится, Андрей Андреевич. Это очень тяжело. А где седьмой, кстати? Мой пропускает все самое интересное. Так, палочку. Угу. Полезно. Так. Есть. Так, кстати, не зай. Держи. Белка. А, но нет. Вот скажи, это плохо? Ну, такой, чтобы вот вы ребенка как бы подвесили. А вы робота пытались сделать, да? Роботы есть. Продолжай убеждать себя, Дём. А? Приподними его, Дём. Но всё-таки, мне кажется, за жестокое обращение нас присадит. У него вот нога одна фиолетовая. Мы помогаем ему, это уже не кросс. Вот я и говорю. Это... Ты поняла свою роль? Сломать полк. Нет, тебе еще надо будет сказать, как же мы выживем фрукт-апокалипсис. Выше, ниже. Давай, пойдем. Ниже, ниже, да. Когда именно еще? Так, стрелы не напасемся. У тебя больше нет стрел? Стрелы у нас пока есть. Это арбалетный болт, и благо он пока не используется. Но если дело дает до стрел, я буду протестовать. Но благо в раннем средневековье арбалета уже не было, да? 11 век, начало, Нормандия. Они есть. А в 11-м они появились, да? Уже, да, на Росборге есть арбалеты из-за этого. Потому что если ты делаешь Нормандию, можешь делать арбалеты. Что-то думал, что с 13-го. Просто их не юзали, потому что еще давным-давно, я недавно как раз на Костик напарывался, собственно, на торгу. Вот. Там писали как раз, типа, что еще давно-давно, когда Росборг был маленький и неокрепший, вот, юзал мужик арбалеты, ну, тот, кто пишет, собственно говоря, да? Вот, он формат такой, я, говорит, отказался от идеи, потому что, ну, типа, дисбаланс. То есть, типа, ты стоишь такой, чпоньк, люди заканчиваются, типа, то есть, ну, вот. Как бы, а сейчас народу стало дохерище на фестивале, и, типа, вот, снова пришла пора арбалетиков, как бы, так вот. Резонно. Мы думаем, красит ли его? Смысл есть. Он же робот, блин. А, окей, все, я понял. Мария Сергеевна, нравится ли вам все? Да, смотрите, классная штука. Вот этот вот младенец инопланетянин, она нам особенно нравится. Вот, да. Армянский рафик такой. Рафик, да. С ручкой сразу, чтобы так вот делать. Хорошо. Ручка такая специальная. Специальная, да. Дём, меня кое-что интересует. Ну, как бы, вроде все нормально, но... Почему у него слив такой явный? Для Тасолта как раз. Я специально так сделал. Ты специально так сделал? Да. А в чем был замысел? Чтобы был слив. Короче, здесь кто-то может стоять и держать? К забору, нет? Точнее, не к забору, а вот к балке. К балке задней, например. Вот к той. Давай я там сейчас. Ты чувствуешь комфорт в руке? Комфорт в руке? Да. В правой. Да, чувствую. Хорошо. Также я ощущаю некоторый излишний вес. Мы не почувствуем этот излишний вес в себе кто-нибудь случайно? Надеюсь, что нет. Отлично. В этот раз мы сделали все прочно. Он заточен же уже, да? Да. Нет, он не разлетится. Ну-ка, дай.
Это да. Останови. Ай, блядь, страшно. Много. Вешали. Кстати, нет, ну, здесь нет. Так, ну что, давайте. Готов? Да. Ты так аккуратнее, он что-то глубоко вошел. Мы без пня останемся. Ты снял ровно эту. Дем, это не так. Ай. Да, кстати. Да, крашеная серебрянкой, которая, да? Да. Видите, был неправ, спылил. Вон ее разрубило, все. А покажи мне. Распидурасило. Дема, снимай. Это на бэке, это мне скорее. Ай, бля. Чекащая оставил. Пробку не груби. Ну, отлично. Слив есть. Да. Плохо. Надо все-таки больше периметр натягивать, да? И стены ставить. В перфорации мяско застряло. Где там мяско застряло? Жирочек. Что там осталось еще по мясу? Там осталось мякоть говяда. Это на пне. И курица вырезай. Дорубишь? Да, нет, да в пне хочу. И кость можно положить на пенек, если хочешь. Расстоил он тебя, да? Не дорубил. Да. Фу, да. Моим лапом. Готовы? Да. Пизду, блядь. Привет, осколки. Поехали дальше. А там неплохо. Убираем. Или еще ебать? Давай еще. Во, сложи их в два и положи вот, ага. Я два точно не пью. Не, давай одну, да. Ну да. Давай в одинарную. Так-то дорубил, который. Ну, вполне себе домашний. Какой? Ножик. Давай кухонный. С ногой. Я симпатичный. Вот я думаю, вот сюда вот надо. Да, там суставчик. Ага. Я пишу. Ну, есть. Да нет, ты дорубил, только кожа осталась. Угу. Есть. Дальше. У нас. Подписчика, это прям. Ну потом учти тогда, да? Плохой ракурс. Плохой ракурс. Плохой ракурс. Вот лучше так, да. Во, слушай, прям положи ее к себе ровненько, вот по грудке прям попробуй ёбнуть. Да, пишу. Я только рукой не придерживай, я тебя очень прошу. О. Ну, вполне себе. Тряханулся. Но он еще брезгует немножко. Давай. Да. Все. Да. Нормально. Ля ее крошит. Еще. Во-во-во-во-во-во, да. Не
налив мне. Сейчас, вот, все. Получилось. Почти в ебальник. А часто спрашивают, куда мы деваем продукты, которые попортили на съемках. Там, видите, толпа стоит. Не поверите, мы их жрем. Да. Цени. Вообще, вот эта толпа будет сейчас это все жрать. М? Реально красиво. Угу. Я люблю, когда в эту штуку что-то попадает. Почему? Самое же интересное происходит именно здесь. Отлично. Дима, салфеточку, пожалуйста. Ой, бля. Обухом. Как она хорошо на месте осталась. Давай. Бля, на стекло уже все, сука. Да вот еще есть, а Миша, вот посмотри сколько. Не надо, спиртом запей. Звук такой хороший был. Нет, на весь комнату. Да, реклама там отлично считается. Работает. Я так уцелюсь. Гранил. Теперь нормальная скорость. Я готов. Только не все сразу. Я вот. А будет весело. Так что, все вместе? Двое, на 3-4. У меня полимерного барьера нет. Миша, юзай телекинез, он имбовый. Чё у него, блядь? А ты так как-нибудь. Это забились, что ли? Значит, еще раз, на 3-4 целимся в голову. Вот, ставь щит, нормально. 3-4, бросили. Кто это? Мудак, который сидел за ним? Я.